5 копеек 1766 года. Екатеринбургский монетный двор. Период правления императрицы Екатерины II. На реверсе центр поля монеты занимает вензель Екатерины II, единственный из русских императриц, удостоившийся, как и Петр I, эпитета «Великая», родившаяся 21 апреля 1729 года в Штеттине на севере Германии под именем Софья Августа Фредерика. Под большой имперской короной латинская буква «И» – императрица, и буква «Е» – Екатерина, наложенные одна на другую. В центре вензеля римская цифра 2. Вензель императрицы делит прописанный горизонтальной строкой год чеканки 1766 пополам. Слева полукругом лавровая ветвь, справа пальмовая ветвь. Внизу ветви связаны бантом в единый венок. На аверсе государственный герб Российской империи. Под большой имперской короной двуглавый орел с поднятыми и распущенными крыльями, коронованный двумя императорскими коронами. Три короны символизируют три покоренных царства – Казанское, Астраханское и Сибирское, а также данное Богом единство царственного священства в лице народа, власти и религии. На груди орла расположен московский герб, щит с изображением святого Георгия Победоносца верхом на коне, копьем поражающего змеевидного дракона с крыльями. Вокруг щита орденская цепь ордена святого апостола Андрея Первозванного. В правой лапе орла скипетр, в левой державы, символы императорской власти. Под правой лапой орла буква «Е», под левой лапой буква «М». Дословно «Екатеринбургская монета», знак Екатеринбургского монетного двора, основанного сенатским указом 14 июня 1725 года и проработавшего до 14 апреля 1876 года. Внизу полукругом лента с надписью, указывающей номинал монеты – 5 копеек. Гурт сетчатый. Вот такой. Монета отчеканена из меди. Период выпуска с 1763 по 1796 год. Вес монеты 51,2 грамма. Диаметр 43,5 миллиметра. Толщина 4 миллиметра. Чеканили монету на Екатеринбургском монетном дворе тиражом 26 562 051 штука. Средняя цена монеты 1200 рублей. Конкретно эта монета была куплена за 800 рублей.